Привет всем, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу показать вам аромат от марки Guess. Это американская марка. Называется аромат Guess Gold. Вот перед вами стоит коробочка. Выпущен в 2007 году. И парфюмер данного аромата является Claudette Bellnavis. Сейчас я вам хочу продемонстрировать сам флакончик и коробочку. Так давайте начнем, чтобы не затягивать видео. В общем, вот такая вот коробочка. Если вы уже заметили, здесь выцвела коробочка. Купила я этот аромат случайно. Вообще я не очень люблю ароматы от марки Guess. Для меня они не стойкие и без характера. Но ароматы старого выпуска мне нравились. Данный аромат я, конечно же, никогда не пробовала и не знаю вообще, как он благоухает. Демонстрирую вам коробочку. Вот видите, здесь 50 миллилитров. Здесь вот такая вот надпись. Как вы заметили. Здесь код, по которому можно проверить, когда был выпущен аромат. Так вот. В середине есть внутренняя коробочка фиолетовая. Красивого цвета. Сейчас я достану. Здесь тоже все вот фиолетового цвета в середине самой коробки. Мне нравится вот этот фиолетовый цвет, обожаю этот цвет. Вот, все чисто, аккуратно отставляем. Как вы уже заметили, что флакончик находится в таком мешочке, очень приятно, удивлена, что Guess, значит, подумал выпустить аромат в таком красивом мешочке. Обычно в таких мешочках выпускаются очень дорогие ароматы или нишевые ароматы. И когда я открыла саму коробочку, из коробочки исходил очень приятный специевый насыщенный аромат. В общем, я не знаю, как он благоухает, я уже сказала в начале видео. Давайте будем смотреть сам флакон. Я вам кое-что покажу интересное. Сейчас вы все увидите и поймете. Вот какой флакончик. Я сейчас этот флакон поставлю вот здесь, чтобы вы посмотрели, какая красота. Красота, девочки, мальчики, невероятная. В общем, берем мы вот этот флакончик. Смотрим внимательно на сам флакон, надпись, прозрачно, очень красиво, заплатила я за этот аромат, не поверите, всего лишь 26 евро с копейками, случайно, это была скидка, вот, все как полагается. Когда я хотела снять крышку, вот эта вот крышка, данного флакончика и слегка дернула очень сильно здесь, потому что я реально не посмотрела сюда на надпись, да, потому что по надписи я могла сориентироваться, что здесь крышка. Я подумала, что крышка вот здесь. Я вот так дернула сильно, что вот что случилось у меня. То есть сняла нижнюю часть флакона, потом думала, приклею и буду снимать видео. Но потом я передумала. Я хочу вот что сказать. Хотела вам продемонстрировать конструкцию самого флакона. Вообще, если мы посмотрим внимательно на эту внутреннюю конструкцию флакона, да, как вот здесь все сделано, здесь дно, здесь они должны были придумать, да, вот такие зубчики, чтобы это все держалось. Мы туда даже можем залезть ногтем, да, попробовать вглубь. Видите, как все сделано.
И все-таки флакончик очень красиво смотрится, дорого смотрится сам флакон, да? Я так подумала себе, вот действительно, надо же, эта вот крышка, я вам честно скажу, очень тяжело снимается. И вот сам флакон в таком виде. Так что мысль у меня какая? Чтобы сделать красивый флакон, действительно надо потратить деньги, наверное, сделать такую конструкцию, придумать это, не так вот взять, налить в простую стеклянную банку и выпускать. Ну, в общем, вот такая мысль у меня появилась, чтобы поделиться этой информацией с вами. Да, здесь я это все приклею, это не проблема. Потом, как приклею, я вам обязательно продемонстрирую, как оно будет держаться. Ставлю обратно, и, в общем, вот так вот выглядит сам флакон без крышки. Девчонки, открыто вам сказать, вот эта вот крышка, она такая вот тяжелая, массивная. Здесь также есть внутри конструкция вот этой крышки. Видите, она вот так вот вес имеет, довольно-таки немаленький. Вот, красота. Чем-то мне напоминает вот этот флакон ароматы от марки Yves Saint Laurent. Сейчас вам покажу один аромат от марки Yves Saint Laurent. Называется этот аромат, вот как видите, опиум. Тоже красиво сделано, да? Вот флакончик как выглядит. Здесь тоже надо было приложить руки, чтобы сотворить вот такую вот красоту, вот такой флакончик. А также хочу вам показать аромат от марки Yves Saint Laurent. Например, вот этот Black Opium. Смотрим на этот Black Opium. Тоже, видите, очень красиво сделан. Но если мы вот так вот три флакона поставим, да, сейчас отодвинем мои коробочки, я вот так вот вам поставлю. Смотрите, как все смотрится красиво, да? Красота. То есть красиво. Вау. Все страшное. Сама крышка тяжелее, наверное, тяжелее от этой бутылочки. Вот так вот. Ну ладно, я вот это вот все поставлю в стороне. Я вот думаю сейчас попробовать его, да, нанести на мою руку, сказать мои впечатления. Он такой специевый какой-то, сладенький и фруктовый. Какие ноты есть в этой ароматной композиции? Верхние ноты — ананас, яблоко, лимон. Средние ноты — жасмин, гиацинт, водяная лилия и роза. Нижние ноты — сандал, амбра, ветивер. В общем, что хочу сказать. Ноты, конечно, какие-то странные. В принципе, ветивер интересно, сандал тоже интересно, и амбра интересно. Но продолжаю съемку моего видео. Значит, приклеила я нижнюю часть данного флакона. Если вы внимательно посмотрите, то нижняя часть еще движется. Нужно время для того, чтобы полностью все, значит, закрепилось. А мы сейчас попробуем нанести этот аромат на мое запястье, и услышу я, как он благоухает. Итак, первый пшик в холостую, второй пшик в холостую и третий в холостую.
и четвертый вышел. Это значит, что в данном флакончике была воздушная заглушка, вот про которую я всегда говорю. Специи, сандал, амбра. Очень красивый аромат, красивая парфюмерная композиция, сладенький, да. Ну, стойкость будет средне-сильная, вот так где-то. Лилии, водяной лилии вообще не слышу, розы тоже, жасмин, амбра, ветивера не слышу. В общем, какой-то он интересный, но единственное, что я могу услышать сейчас, мои первые впечатления, это сандал, амбра и ветивер. И где-то там отдаленно жасмин. Все. Ну, он раскрывается, нужно время, чтобы раскрылся полностью аромат. Ну, это надо ждать 15 минут, а может быть и полчаса. Конечно же, я не буду ждать, потому что видео будет слишком длинным. И на этом я попрощаюсь. Может быть, когда-то еще пересниму видео про этот аромат и вам расскажу побольше про него. Так что вот так. Сегодня, значит, в моем видео принимал участие парфюм от марки Guess, называется Guess Gold. Всем пока, я вас всех целую, желаю вам всего самого наилучшего, с вами была Татьяна, пока-пока.